Керем, ты действуешь сгоряча, хватит дурить. Не говори мне, что делать, Бино. Честно говоря, тебя это не касается. Как это не касается? Я твоя жена. Любая твоя проблема становится сразу и моей. Ничего подобного. В данном случае ты мне не поможешь. Керем! Бино, хватит. Не вынуждай меня говорить неприятные вещи. Какие, Керем? В чем дело? Старая песня про то, что я тебя не понимаю? Что за бред? Керем! Отстань! Шахрезад после того случая мне больше не звонила. Возможности не было. А если я сама позвоню? Возьму и сделаю первый шаг навстречу. Кстати, ты мне не сказал. Что вы опять с ней не поделили, сынок? Что случилось? Это все из-за того, что вы до сих пор не поженились. Не зря люди придают такое большое значение свадьбе. Когда влюбленные не живут вместе, им нравится ссориться. А если бы вы были женаты, сразу помирились бы. А вы с отцом всегда сразу мирились, мама? Или месяцами ходили, дулись? К сожалению, наша с отцом ситуация была не похожа на вашу, Анур. Он обманывал меня, постоянно изменяя с другой женщиной.